распространить, обеспечивающий высокую территориальную мобильность населения и глобальную конкурентоспособность на рынках транспортных услуг, должно быть завоевано лидерство в интеграционных процессах на евразийском пространстве. Россия должна превратиться в один из глобальных центров мирохозяйственных связей. Она должна стать одним из мировых финансовых центров. Должна. Простые расчеты показывают, что для такого рода комплексных прорывов никакой России не хватит никаких денег и других ресурсов. Приходится предположить, что долларовые цифры названы лукаво в надежде на неуклонную быструю девальвацию доллара. Кроме того, ни сегодня, ни в обозримом будущем у частного российского капитала нет и не будет тех триллионов, которые нужны на реализацию перечисленных амбициозных задач. И, что показывает весь мировой опыт, частный капитал никогда не инвестирует даже те скромные по сравнению с такими задачами деньги, которые у него есть, в проекты с огромными...